Знакомство с деревней Линнамя в Эстонии. В Западной Эстонии, в волости Ляйна-Нигула, расположено красивое село Линнамяе. Это небольшая, но очаровательная деревня, окружена пышными лесами и холмами, что делает ее живописным местом для посещения. Линнамя имеет богатую историю, которая восходит к средним векам, когда здесь впервые было упомянуто поселение. Сегодня здесь проживает около 550 человек, которые наслаждаются спокойной атмосферой и потрясающей природной красотой. Деревня также известна своим уникальным культурным наследием. Здесь сохранилось множество старинных зданий многовековой давности. Посетители Линнамя могут исследовать очаровательные улочки и полюбоваться видами традиционной эстонской архитектуры, такими как деревянные дома и церкви.